Первый несчастный случай в этом купальном сезоне. На Бии, недалеко от города, утонул 13-летний школьник. Его тело до сих пор не найдено. Сейчас в районе Нового моста проводятся поисково-спасательные работы. Сообщается, что в селе Малоугринево 13-летний мальчик вместе со своими друзьями отдыхали на берегу Бии. Подростки были без сопровождения взрослых. Во время купания один из них не справился с силой течения. Очевидцы произошедшего пытались спасти школьника, однако его унесло течением, и он скрылся под водой. По данному факту, Бийским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства трагического случая. Проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление тела ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.